Турыстычны інтарэс да Віцебскай вобласці расце. З пачатку года паўночны рэгіён наведалі каля 7 тысяч замежных грамадзян. Шмат гасцей прыязджае з Расіі. Жыхары краін Балтыі карыстаюцца бязвізам, каб наведаць сваякоў і адпачыць у беларускіх здраўніцах. Як замежныя госці адпачываюць пад беларускім сонцам? Марыя Дзікан. Лето на Витебщине – ажиотаж на отпочинок с корыстью для здоровья. Мясцовые санатории – кропки притягнения, маляўничая природа и якостная медицина – классичная формула для здоровья тела и души. Ее эффект Александр Викторович проверил на себе. У Лепельской здравницы минчанин отпочивая уже 10-й раз. Приезжаю я сюда ради радонной хвали, которые помогают в течение года обходиться без таблеток и без уколов. Вот. Ну и, естественно, массаж и все прочие процедуры. Природа чудесна, персонал превосходный. Ежегодно буду приезжать только сюда. Спектр оздоровленчых процедур специалисты санатория пошираюць постоянно. Ароматерапия, ванны с молоком и медом, массаж горячими базальтовыми камянями. Любый каприз с уликом супрать показанию. Фишками нашего санатория являются радоновые ванны. Мы практически скоро уже будем единственными, кто отпускает такой вид процедур. Кроме всего прочего, у нас есть из новейших разработок – это карбокситерапия и другие виды лечения, электролечения и светолечения. Диагностическая база представлена тоже большим количеством. Это исследование липидограммы, неинвазивный анализ крови, хеликобактер. Мы хотим запустить программу по косметологии, ввести и купить оборудование для этого, различные обертывания, а также аппаратное лечение. Прогаючий лепельский куток ведают далеко за межами краины. На лечение або реабилитацию сюды приезжают из России, краин Балтии, Англии, Нидерландов и Норвегии. Уважливый персонал, сучасные методики и доступные. Доступные цены. Головные за отпочинок и оздоровление у Лепельской глыбинцы. Я приехала из Латвии, из города Даугавпилса. Приехала первый раз тоже по направлению, можно сказать, своих родственников. А сама детский доктор и вот с позиции врача, если вот оценивать по 10-бальной системе этот санаторий, вообще работу и самих работников, все вокруг, вот 10 с плюсом. Я ставлю 10 плюсов. Наталья Кокіна так само переодолела шлях у сотни километров. Приехала с Англии. Лепельскую здравницу пораили знакомые. На первом месте в списке любимых процедур – гразевые аппликации. Сама отчувание полепшилось уже после первого сеанса. Здесь очень хорошо. И цены доступны, и качество доступное, и питание хорошее, и персонал. Самое главное, у вас персонал очень такой, очень хороший, дружелюбный. Все улыбчивые, все отзывчивые. Что-то попроси, все тебе отвечают, никто не отказывает. Так что нам здесь очень нравится. Штогод у Лепельский санаторий приезжают поправить здоровье свыше 7 тысяч человек. Летний сезон расписаны по днях, загрузка 100%. Этой весной прикметно узрос попыт на путевки от громадян Латвии и Литвы. Ролю отыграло и отступление пандемии, и отмена визовых обмежеваний. Бязвіз для жыхароў Літвы і Латвіі будзе дзейнічаць да канца года. Гасцінная беларуская зямля гатова падзяліцца гаючай сілай прыроды. Медыцынскі кампанент за высокакваліфікаванымі і чулымі спецыялістамі. Марыя Дзікан, Станіслаў Дудзін, навіны, Лепельскі раён.